можешь тоже, наверное, леять душу, да? Кто? Наш ум. Не. Нет, нет, ум это тонкое тело. Душа в сердце. Каждого. Ум это тонкое тело. Ум, разум, ложное эго, чувство. Это тонкое тело. Это то, что духи, призраки, привидения, вот, это в тонком теле, вот они уходят, летают, приходят. Вот это. Понял? Так это они типа приходят и начинают подсказывать тебе? Да? Что надо делать? Не, ум... Не. Я просто без... ну, без души не мажешь жизни, да? Душа, она дает энергию телу. Это источник, как батарейка. И благодаря душе, получается, она как бы сдерживает разложение нашего физического тела и тонкого. Оно как бы сдерживается. Только душа покидает, все это распадается. Тонкое, более совершенное, оно больше существует, тонкое тело. А грубое, оно распадается сразу. А